Вот так хором самарцы дали старт рождественским гонкам на ездовых собаках. В областной столице они проходят уже юбилейный 5-й раз. В этом году в регион приехали 64 участника почти со всей России. В Самаре интересная трасса, одна из сложнейших в России. Могу только такой антипод мою трассу поставить в Казани. То есть на более сложных трассах я не катался нигде. Она интересная. А поворотами, спусками, подъемами. Просто красивый лес. По канонам ездового спорта собак в упряжку запрягают цугом, то есть парами друг за другом. Управляет каждой стаей вожак. Вот здесь, к примеру, лидер – это красавица по кличке Вита. Она умеет лучше всех ориентироваться на местности и выбирать нужный темп. А вот в другой дисциплине – скиджоринге, бегу на лыжах вместе с собаками – эти качества важны для каждого из пушистых спортсменов. Впрочем, для непоседливых хаски и маламутов эти гонки, кажется, больше напоминают какую-то забавную игру, чем серьезные соревнования. Он красавец, он ласковый, он с виду грозный, а внутри мягкий, хорошенький, пушистый. У нас в Ульяновске есть группа, мы готовимся ко всем соревнованиям. Вот мы летом были на Тольяттинской миле. Потом участвовали в драйлэнде. У нас подготовка идет, специальный тренер нас тренирует. Победители гонок войдут в сборную России и будут отстаивать честь страны на чемпионате мира по ездовому спорту. Он стартует в Швейцарии уже в этом феврале. Анна Шорина, Алексей Ногинский, специально для 63.ру.